Потому что мне нужно было узнать, у нас 102-й экзамен по child development. На что 102-й? Второй экзамен. Давай поздравим. Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life is my life. Вот, и задержалась я, потому что мне нужно было понять, она опять распечатала, ну, что нужно, на чем нужно сконцентрировать свое внимание при подготовке к экзамену. Это выглядит абсолютно по-другому, как было до этого. Пошел на красный. Не очень. Вот. Я оставалась не это обсудить. И обсудить. Ну вот и опять. На что не похоже, не понял. На то, что было. Как выглядела подготовка к первому экзамену. Ну это там, где мне типа языка не хватило, а в итоге и получилось. Uh-huh. Вот. Она сказала, что ну да, это будет немножко другой формат. Страшно выглядит. Ну, да. Другой формат это будет. Ну, говорит, типа, волноваться не надо, туда-сюда. Ну, говорит, все, опять же, все открыто будет во время экзамена. Ну, самая классная последняя новость узнала про третий экзамен. Третий экзамен будет дома. Класс. Да, она говорит, можно open note, можно open book, но нельзя коллективное творчество. Нельзя, типа, больше, ну, собираться ни с кем из группы. Я думаю, откуда ты знаешь? Не знаю. Вот, смешная, короче. А четвертый экзамен? А это с какой полосы вот чудо поехало, я не понимаю. Не знаю. А четвертый экзамен, знаешь, когда она на какой день поставлена? На последний день в колледже. Ну все всегда вообще уже... Это которая себе бумагу не подписала? Не подписала она мне бумагу. И как она проверит экзамен, и... если она на последний день ставит? Не знаю. Я сегодня у нее спросила про бумагу, и она говорит, ну вот я, говорит, прямо сейчас, завтра сделаю. Сказала, что я просто была там. Я сказала, что я была у консультанта и что мне нужно принести эту бумагу. Говорю, может, вы бумагу подпишете? Она, не-не-не, я сделаю все, она не надо волноваться.
рассказывай по порядку. Как там наша женилка? Началось с того, что она кофе разлила на входе в кран. Опять? Это второй раз уже? Да, второй раз. Но она сегодня такая, как бы даже не разозлилась, а просто повернулась и всем сказала, будьте внимательны, когда заходите в кран. Все, типа, смотрите потоки. И пошла, и, в общем, была достаточно веселая. А хотя кто кофе убирал? Никто не убирал, меня это поразило. Вообще, как бы обычно, да, если что-то происходит, то ты просто берешь там кучу в туалете салфеток, и убираешь за собой. Меня немножко это как бы, ну вот то, что она за собой не прибрала. А сколько она разлила? Ну немножко, там такая ручка, она же не целая. Но все равно, я думала, что она уберет, но она не убрала. Культура, бля. Вот. Ну что? Ну, в общем, класс у нас проходил. Кстати, сделаю маленькую эту самую ремарочку. Мы иногда говорим слово хрен или хрень. И типа это... не литературно. Сегодня я смотрел один канал про гаджеты. Он очень популярный, очень бла-бла-бла. Ну, в общем, он тоже любит это слово. Так что оно вполне это самое. Ну, погнали. А, так что? Ну, на уроке мы, в общем, разговаривали, опять же, о том, вот, Сереж, как фильмы, как Голливуд влияет, скажем, на представление о женщинах. И вот она нам показала короткое видео, где сконцентрировались мы на испаноговорящих женщинах. Испаноговорящая женщина – это всегда какая-то очень сексуальная, очень раскрепощенная красотка. Но это эта, которая пела, как ее там? Кто? Ну, пела одна, там крутила все. У тебя хорошо получилось. Ну, чем она там крутилась? Чем, ну, в смысле, она все знают. Не крутила? Так как ее зовут? Не знаю я про кого-то. Ну, Пенелопа это какая-то. Пенелопа Круз? Да нет. Ну, пела, песня такая модная была. Мы еще, наверное, в Беларуси были, когда она ее пела. Да, я не помню. Ой, по пляжу там ходила, все вертела. Все вертела, что хотела, не знаю я. Вообще музон не рубишь. Впереди монстр стоит, если что, рычит тут, порычивает. Ну, в общем, это я просто смотрела, что она на меня написала. В общем, обсуждали мы это, о том, что всегда говорят, типа, горячие девчонки, спайси на них. Ну, вот это вот создается стереотип. Они на самом деле, блин, не все завернуты. Они все, если их показывают в фильмах, они все одеты сексуально, как бы, ну, вот в таком плане, что... Раздеты, я бы сказал. Испаноязычная женщина, мексиканка, допустим, это всегда какая-то полуголая, которая очень хочет секса и ищет его весь фильм. Вот. Ну, в общем, как-то так этот быстро урок прошел, ничего интересного, я говорю, смотрели там какие-то отрывки из этих фильмов, анализировали, ничего интересного. Так наверное, и в результате на к чему пришли? Мы еще ни к чему не пришли, у нас еще на эту тему будет много уроков. Наверное, сам более интересно это рассказать сегодня о физруке, потому что... Подожди, давай спросим, как вот у наших подписчиков, у наших зрителей, как Голливуд влияет на их жизнь или на их окружение, или что вот они видят в жизни, похожее на то, что видели в кино. То есть вот люди, например, начинают одеваться как-то сексуально, как кто-то одевался в каком-то кино, да? Нет, ну, Зайка, это ты не понимаешь, наверное, немножко. О том, как вообще влияет на восприятие. Ну, вот нет, смотри, ну я понял, допустим, здесь влияет... белая женщина, да, это, скорее всего, вот если сейчас посмотреть фильмы какие-нибудь, да, белая женщина, американка, это, скорее всего, покажет какую-нибудь леди Босс, карьеристка там и туда-сюда. Да. А вот если испаноязычная, то это, блин, в поиске приключений женщина. Но в Беларуси нету испаноязычных повально. Поэтому я говорю, что, ну, давайте обсудим, как вот, кто видит, вот, идя по проспекту Ленина, там, блин, или еще что-то, оба найдет такая сексуальная белорусская девка. Студентка. Феминистского класса. Ну, короче, есть что обсудить. Ну, давай. Физрук так физрук. Ну, в общем, физрук-то ничего. Он, ну, он вообще сегодня нас... Получается, как раньше я сказала, что у нас сегодня пришла женщина, которая рассказывала о финансовой помощи, как ее получить, как подать все эти документы. Она рассказала о том, что это, в принципе, доступно всем. Она рассказала, какой перечень должен быть документов. Это должно быть, допустим, грин-карта или social ID. Ой. Social Security Number. Social Security Number нужен туда. Нужны налоги за
если вы подаетесь в этом году, то нужно принести за 2017 за прошлый год. На два года назад. И, наверное, еще надо быть обязательно резидентом. Я про это хотела сказать, потому что... Ну, я опять. Меня ну, извини. Фу-фу-фу. Так вот. Ну, в общем, честно говоря, она очень много всего рассказывала. Для себя я поняла так, что если ты что-то хочешь в плане материальном получить, ну, в каком плане материальном получить, если ты хочешь оправиться на вот эти все financial aid, это, кстати, большие суммы, это около 770 с чем-то долларов в месяц может быть, если ты full-time student. Это нужно делать 12 юнитов, короче. Если ты меньше берешь юнитов, то тебе будут эти деньги, ну, соответственно, урезать. Если ты половину берешь, значит, ты будешь половину получать, если там, ну, в общем, вы поняли. Короче, грубо говоря, русским языком можно записаться на стипендию. Ну, это не стипендия, ну, это помощь. Помощь, которую можно назвать стипендией. Ну, потому что, в принципе, как нам в техникуме платили стипендию, учишься на отлично, у тебя повышенная стипендия, учишься так себе, у тебя стипендия. Это же не зависит, ты можешь на отлично учиться на 6 юнитов, ты получишь все равно только половину денег. Вот ну, я как бы чуть-чуть понимаешь. Сразу. Ну, ладно. Это неправильно. Ну, короче, это финансовая помощь. Да, это финансовая помощь. Но если ты будешь плохо учиться, ты ее не получишь потом если уже. Ты... Нет, если ты на СИ даже будешь учиться, да, это к тебе нет самая низкая оценка. Да. Но если ты какие-то классы, ну, сбросишь или не пройдешь вообще, то тогда там какой-то, ну, я не поняла, не особо не вникала, типа, перерасчет, ну, вернешь ты эти деньги. Вот. Но что интересно, даже если ты отучился прошлый семестр, осень, то еще не поздно сейчас податься, чтобы тебе вернули деньги за тот семестр. Вот кто новенький, ну, не новенький, а кто не знал про это, не пользовался этим, он может сейчас прийти в офис Financial Aid. Ну, естественно, они все видят, сколько ты там учился, каких юнитов ты набрал, и тебе вернут как бы эти деньги. Вот. Что она еще сказала? Она назвала кучу вариантов, какие можно получить гранты. Можно получить гранты от Калифорнии, можно получить от страны гранты. В общем, честно говоря, я не буду особо про это так, ну, рассказывать как профессионал, потому что я это не, в этом не разбираюсь. Но одно я поняла, и я думаю, что это везде так. Если вы нуждаетесь, если вы хотите этого, то просто идете, находите в своем учебном заведении офис Financial Aid. И судя по тому, какая, какие у нас активные, вот они ходят, они про это рассказывают, они прям как навязывают это. Она говорит, ребята, это типа free money она это называет. Uh-huh. Она говорит, это free money, это для вас, типа, приходите, мы вам расскажем, как это сделать, мы поможем, типа, оправиться на все это. Только придите в наш офис. Вот. Поэтому я думаю, что даже если в других штатах, в других колледжах, не только в наш, прийти в этот... Я думаю, они все одинаково, в принципе, сделаны по структуре, что есть студенческий центр этот, где есть офис финансовой помощи, и там вас грузанут, и все расскажут, все по полкам разложат. Из того, что я видела в классе, такое ощущение сложилось, что физрук собирается податься на эту помощь, потому что только он задавал вопросы, только он консультировался. Но я потом подумала, что он, наверное, хочет что-то донести до своей команды. Потому что он очень много спрашивал, кто ребята не резидент, ну, перевелись из других штатов. Она сказала, пока они не проживут, вот, знаешь, сколько надо прожить, чтобы стать резидентом. Вот, говорит, как только они станут резидентами, мы, типа, открыты, чтобы им тоже помогать по всем грантам. Значит, есть калифорнийский какой-то грант, и на него очень влияет GPA, вот это средний типа балл. Если ты учишься хорошо, то ты стоишь вверху этого списка, кто получит этот грант. Чем ниже у тебя GPA, тем у тебя меньше шансов получить этот грант. Также, то есть обычное стимулирование рублем. Да, также она посоветовала не упускать шанс и подавать application на все эти... заявки на все возможные scholarship. Она, допустим, привела в пример компанию Nike. Ну, опять же, на помощь. Scholarship это помощь. Да, это помощь, да. Она говорит, конечно, говорит, очень многие компании, которые, вот, допустим, Toyota, Nike, потом еще она какую-то компанию назвала, ну,
она для меня, допустим, Nike я хорошо услышала. А где узнавать, что эти компании уже это все размещено у нас на сайте, ну вот на нашем этом MyECC, это все заходишь. На сайте, короче, колледжа. Когда вы станете студентом в колледже, у вас будет своя страничка, это MyECC, ну вот у меня MyECC, да, и там, ну, все в развернутом виде, и опять же, если вы не понимаете, то есть, ну, порядка 30 человек, кто очень хочет вам помочь, ну, прям очень хочет. И что еще? Так вот, она говорит, очень многие из этих компаний, правда, помимо, ну, обычной формы заполнения, что там, ну, типа, да, там плюс GPA, да, хотят, чтобы вы написали о себе сочинение, ну, там, на 3-4 страницы. Почему именно ты достоин этой стипендии, этого, этих денег? Это я тебя перебью, как делают многие блогеры в своих влогах. Они говорят, а сейчас мы разыграем, например, наушники, там, номера от машины или $100. Кто хочет выиграть, пишите в комментариях, почему вы хотите получить этот приз. Потом мы это разыгрываем, и лучший комментарий получает приз. Ну, да. Если наше видео вот это наберет 1000 лайков и больше, там, я не знаю, давайте поставим 1000 лайков и 100 комментариев, мы разыграем тоже какой-нибудь приз. Ну, давай. Давай. Что разыгрывать? Ну, поближе. Подумаем. Поближе будем разыгрывать. Так, вот. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, почему вы хотите получить деньги. И вперед. Давай. Так вот, она сказала, говорит, ну вот сколько вам нужно в среднем потратить, чтобы написать о себе сочинение, ну, на 3-4 страницы? Ну, говорит, пускай 3 часа. Но, говорит, ребята, вам не кажется, что это замечательная оплата труда? 1000 в час. Потому что, вот, допустим, Nike, она 3000 дает scholarship. А когда мы на него писать? В сентябре будет открыто. Я у нее спросила, говорю, а если я, говорю, ну, вот, нуждаюсь в помощи, говорю, потому что я боюсь за спеллинг, там, туда-сюда. Она говорит, вы придете, мы все налижем, все поможем, только, типа, только приходите к нам и возьмите денег себе. Вот примерно ее сегодняшнее 45-минутное втирание мозга, да, можно описать двумя словами. Придите к нам, мы хотим вам помочь получить деньги. Ну, пожалуйста, ну, хоть кто-нибудь. А, ну, вот был один активный мальчик, мне вот так жалко, короче, стало. Он спросил, как, говорит, вот мне, говорит, решить мои проблемы. Говорит, год назад у меня умер отец, а 3 месяца назад папа, говорит. Мама. Мама. Говорит, как вот, ну, могу я на что-то претендовать повышенно, еще что-то. Она ему тут же метнулась, оставила свою персональную карточку именно. Не просто сказала, что приходи в офис, да, а свою карточку. И говорит, что ты мне напиши, напомни мне о себе, кто ты. И говорит, мы согласуем время, и мы, говорит, решим все твои вопросы. И говорит, все возможные пути, как тебе помочь, ну, ну, короче, вариант. Большие, пройдем, да, мы, говорит, вместе, я тебе помогу, говорит, и мы вот, ну, на все, что можно, и на калифорнийский этот грант, на все подадимся, все успеем, и все будет хорошо. Но она им пообещала, так, но я думаю, что она это сделает, потому что... Я думаю, тоже, наверное, что она поддержит, и все будет хорошо. Вот, потом у меня была встреча с моим консультантом. Так, а кто может получить вот эти все... Гранты могут получить все. Все. То есть, вот, например, от Nike, от Toyota, там, да, от Honda, там, General Motors. И вот этот Core Grant ты тоже можешь получить. Калифорнийский. А, да, а вот Financial Aid, да, а там он зависит от, если ты нуждаешься, грубо говоря, да, если у вас маленький доход. От дохода в семье. От дохода в семье. Но, короче, нужно, подаваться могут все, а уж там решат, как бы. Маленький у вас доход или не маленький, там рассматривают все, ты одинокий родитель или нет, ты в браке, и если ты в браке, сколько у тебя на содержании детей, там, ну, короче, какая-то сложная система, поэтому я не хочу это вот рассказывать, типа, как я профессионал и в этом разбираюсь, я не профессионал, чтобы в этом разбираться. В общем, помощь дают, помощь зависит от вашего дохода, помощь зависит, в первую очередь, чтобы получить, надо год прожить. То есть в любом случае какую-то материальную помощь можно за то, получить. Что ты учишься, можно, да, получить. Да.
Или вернее, для того, чтобы ты спокойно учился. И опять же, как я, ну я считаю, что 700 с чем-то долларов в месяц, если ты, ну, полное время студент, это, мне кажется, это очень хорошие деньги. И плюс, что я хотела сказать. Это, по крайней мере, в семье на еду, на семью. Во! Что я хотела сказать еще? Что ты можешь подаваться на сколько хочешь этих скалоршипов, допустим. Вот Nike предлагает, Toyota, там еще вот. Просто если тебе все скажут окей, то у тебя будет очень много денег. Но это, по крайней мере, так и написано. Нету лимита, что если ты в этом семестре можешь там или в этом году оправиться только на две. Нет, оплайся. Если ты достоин, так тебе все помогут. Ну и все, потом я встречалась со своим консультантом, меня погладили по головке, это очень приятно. У тебя, ой, типа, ну не в прямом смысле погладили по головке, она такая просмотрела мои итоги, ну, по экзаменам сказала, что... За четверть круга, за семестр. Да, вы типа excellent студент, продолжайте там, бла-бла-бла. Мы посмотрели планы на... Я летом не буду учиться, я буду учиться осенью. Она посмотрела и говорит, вы меняли планы? Я говорю, честно говоря, говорю, я это все написала, свои планы, пока так, от балды, потому что я буду смотреть, как мне по времени удобно, потому что, опять же, у меня дети, говорю, у меня немножко, говорю, вот тут сейчас вообще я в таком, как бы, ну, как это сказать... Ну что я типа сейчас растеряна, потому что наш сын идет в middle school, нам нужно утрясти расписание, чтобы мое расписание не мешало его расписанию, потому что меняется время отвоза детей. Это все очень меняет в нашей жизни, да. Правильно, Сереж? Вот. Она сказала, что говорит, ну это не вопрос, говорит, то, что мы там составляли в начале семестра, это как бы ну, ни о чем, просто посидели, поговорили. Ну и все, и я очень счастливая и довольная пошла в начало development. А там мы опять... 3,5 часа монотонно писали, писали под диктовку, писали, вот. Что-нибудь интересное записали? Так вот, я даже не помню, вот спроси меня особо, о чем мы писали. Офигеть. Потому что она с такой скоростью диктовала, да? Так ты знаешь, блин, хорошо, что я в принципе устала. А, мы сегодня разбирали о том, сколько часов ребенок должен спать, как это важно, ну короче, какие последствия могут быть от недосыпания, как помогать детям уснуть, там, ну такое. Можно поподробнее, хотя бы сколько знаешь, спать. Ну, а мне кажется, все родители знают, 11-13 часов ребенок прискульного возраста должен спать. Дошкольник. Я буду переводить для вас. Должен спать 11-13 часов. В общем, наш Сашуля молодец, понимаешь? Время спать просто. О том, что нужно организовать ритуал, откуда коснуться. Ну, мне кажется, все мамы это знают. Что. А как помочь заснуть? Ну, я же тебе говорю, что это должна быть рутина. Ну, вот типа, все, мы идем там, мы выключаем этот свет. Желательно за 2 часа до сна уже делать в квартире свет чуть-чуть приглушеннее. Ну, типа, если у вас... И потеплее. Ну, более приглушенный. Я не знаю, как там уже потеплее, похолоднее. Более желтый. А про белый шум там ничего не говорит? Нет, спать про белый ничего. Вот, кстати, я тоже ожидала вот этого сейчас. Вау, про белый шум этот, которым очень многие, я знаю, у кого я работаю, что увлекаются этим засыпанием детей под белый шум. Давайте обсудим. Я как-то пытался, но это могло привести к разбиванию телефона. Засыпать, ну, еще вот под музыку, вернее, не под музыку, а, ну, в детстве я там спал под музыку, когда в школе учился. Например, я бы засыпал там под шум дождя, там океана, типа, ну, что-то вот такое, шелест листвы, может. Ну, вот белый шум, который как телевизор изображает, Сереж, делает. Ну, работает же на детях, я видела это лично, потому что я остаюсь с детьми, и я вижу, как они отрубаются. Ну, я... Ну это привычка. Ну их приучили, во-первых, да, и они уже как собачка Павлова, чики, оп. Просто я хочу обсудить с людьми, вот кто-то практикует такое дома и верит в это, и ему нравится или нет. Потому что я говорю, вот мое вот к этому никакое отношение. Вот когда типа дождь идет, я могу вспоминать, там, как я в детстве сидел в машине, там дождь шел, и вот мне какие-то вот воспоминания, например, или под, мне нравится, как океан шумит.
Ну, я вообще к этому, мне даже тяжело, когда я остаюсь с ребенком, с которого привыкли улаживать под эту... Потому что у меня мигрень, и такие вот звуки, они очень... Но она под шипение засыпает, да? Нет, он под шипение засыпает. Я просто не хочу имена говорить. Вот. Он засыпает под шипение. Я имею в виду, это шипение вот это? Да, да. Это ужасно. И пока он заснет, да, я уже такая... Он заснул, я чик выключаю и расслабляюсь. Потому что у меня, ну, как-то, ну, я очень сильно восприимчива из-за мигрени. А расскажи про свой белый шум, под который ты засыпаешь. Ну, какой белый шум? Какой? Ну, что есть для тебя белый шум? Белый шум у меня что? Ты про Дебил ТВ? Да. Но я не буду так говорить, что это такое Дебил ТВ, потому что многие любят и смотрят это, и зачем я буду так говорить? Ну, в общем, ты засыпаешь... Дебил ТВ. Нет, почему? Последнее время нет, это не моя любимая передача, но это передача, которую мне нужно обсуждать с бабушкой. А бабушку я очень люблю. Я трачу на разговор с бабушкой каждый день порядка 30-40 минут. Бабушка. Вот. Последнее время мне очень нравится засыпать под... Я просто себе ищу дикие племена Африки. И все. И меня вот хоп и отключило. Они тебе пляшут там или что? Нет, ну я разные смотрю про них, допустим, как какие-то люди приезжают в эти дикие племена, жить там пытаются неделя-две с ними, про их необычаи. Почему? А это мне, наверное, Саша на это подсадил. Откуда я это взял? Ну, когда Саша увлекался Древним Египтом, блин, я пересмотрела столько про это, да, что у меня такое же ощущение, что это мне интересно, а не Саше. Я смотрела для чего? Для того, что когда тебе ребенок приходит и задает вопросы, допустим, о мумиях, о Нефертити, уверена ли я, что это мама Тутанхамона? Вот. О том, как ты относишься к теории построения инопланетянами больших этих пирамид. И мама такая стоит, давай поговорим об этом завтра, и быстренько чих-чих-чих-чих начинает там, блин, устраивать загруз мозга. Наверное, Саша меня этим озадачил. Но оно очень-очень хорошо укладывает спать. Рекомендую. А, ну еще под корабли я могу засыпать, потому что Саша наш интересуется мега-кораблями, самыми большими лайнерами, он абсолютно... Ну, очень много дорожит информации, сколько нужно заправить, сколько нужно топлива, сколько нужно денег на это топливо. Поэтому я тоже это мониторю, чтобы, если что, он такой, а ты слышала про это? Я такая, ну, конечно, я же этим интересуюсь, чтобы не растеряться. Ну, вот, поехали домой. Да. Это все? Да. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пишите в комментариях. Давайте попробуем сделать то, что я предложил. Насобирать лайки и комментарии. Да, и знаете, тогда будем разыгрывать гранты среди подписчиков. Ну, класс. Мы так это называем. Не денежные призы, а гранты. Это круто. И, кстати, нам вот эта женщина, которая рассказывала о финансовой помощи, она вот такую типу бумаг дала. Будет ли это интересно показать эти бумаги? Да нет, наверное. Наверное, не интересно. Интересно, ну, будет их уже заполнить и сдать. Нет, нет, там не заполнено. Там такие, знаешь, как флайеры, типа, вот, чтобы сделать это, вот ты попадаешь, если, ну, чтобы ты понимал, попадаешь ли ты под финансовую помощь, вот этот перечень того, чего, почему тебе могут отказать, там, ну, вот такое. Ну, в общем, на самом деле, я думаю, что проще всего, если кто-то приехал сюда и хочет идти в колледж, просто идете туда. Получается, я говорю, и разбирайтесь с ним. Ну, я, по крайней мере, вот, ну, хорошо, я не была в финансовом офисе, да, но я была во многих других департаментах колледжа, да, еще я нигде не видела, чтобы кто-то там как-то, ну, так отреагировал, типа, ой, тебе там что-то надо, ты ищи, да. Они все начинают суетиться, искать и думать, как тебе помочь. Все. Разрешаю. Ну, все тогда, на этом точно конец. Увидимся в следующем влоге. Всем хорошего настроения. Пока-пока. И почтовая машина решила попасть.